Сегодня настал день, когда все изменится. Так или иначе. Смотрите! Главная новость часа. Город напряженно следит за человеком, который оказался на выступе здания на высоте 20 этажа. Ник Кэссиди. Белый заключенный. Который украл бриллиант у Дэвида Инглендера. Бриллиант на 40 миллионов. Весь мир знает, что это ты, Ник. Дэвид Инглендер подставил меня. Ты должен залезть обратно. Я готов к смерти. Вы обязательно должны это понять. Эй, Ник. Видишь меня? Начинай, брат. Угощайтесь. Давай, Джо, все по плану. На меня никто не смотрит. Summit Entertainment представляет. Ник, мы вошли. Помоги мне понять, что происходит. Я собираюсь идти до конца и покарать того, кто отнял у меня все. Задача — доказать, что я невиновен. А бриллиант Монарх по-прежнему у него. Ник, кажется, у нас проблема. Найти их. Это мое повторное слушание. Время на исходе, Ник. Вы должны мне поверить. Джентльмены, разрешаю огонь на поражение. А если он ни при чем? Если он невиновен? Он тебя развел. Переговор веду я. Ник, нам нужно время. Не двигаться, стоять на месте. Обещали, что вам можно верить. Ну скажи, что все кончено. Я ни в чем не виноват. На грани. Скоро на экранах.